Многие пользователи сегодня в соцсетях и вообще в интернете опасаются, что дым от пожара на строительном рынке может быть опасен для горожан. Черный столб сегодня видели за километр от места происшествия. Мы решили уточнить у экологов, какую опасность это может нести для жителей. Опасность представляет именно и только в том случае, если дым, например, идет куда-то в сторону жилых районов и кому-то непосредственно попадает там в систему вентиляции, дует в окна и так далее. В таком случае, разумеется, для жителей, которые будут ощущать запах гари или видеть сажевые частицы, конечно же, лучше наглухо закрывать все окна, двери и стараться проводить время за закрытыми дверьми и окнами, а желательно, конечно, вообще куда-нибудь поехать в гости погулять. Но так или иначе, ситуация еще и из-за погоды может усложниться, потому что во многом от этого зависит направление распространения дыма. Мы уточнили у синоптиков, что с ней будет. В течение ближайшей ночи над столичным регионом погода будет формировать активный циклон с небольшими осадками и сильным порывистым ветром. Направление ветра будет юго-западное, скорость его составит 7-12 метров в секунду. Дымы и продукты горения от пожара будут уходить в сторону Щелково, Ивантеевки, Фрязино, то есть на северо-восточные районы Московской области. В общем, жители северо-восточных районов, будьте аккуратнее. Мы за ситуацией следим. Все подробности с места пожара уже в следующих включениях моих коллег.